Здравствуйте, дорогие мои зрители, гости моего канала. С вами Татьяна Егорова-Ричкалова, город Ростов-на-Дону. Смотрим мы с вами сегодня посылочку от уральского мастера. И начнем, наверное, давайте с планшеточки. Вот такой шикарный пиктолит пришел ко мне. Красота из красот. Размер 20,5. Его еще называют ангелитом. Вот. Смотрите, какие. Шикарная какая иризация. Огромное кольцо. И к нему есть вот такой изумительный подвес. Все можно купить отдельно. Все, пожалуйста. Вот все перед вами. Вот такой, как на мой взгляд, так подводный мир. Смотрите, какая красота. Подвес стоит 7000, колечко стоит 7000 рублей. Значит, кольца у меня есть еще, цена одна. А размеры, вот 20,5, это самый большой. А 18,5 получается, это будет у меня самый маленький. К ним хотела показать, как это будет смотреться. У меня есть вот такой браслет. Шикарный браслет. Вот так это здорово смотрится. Стоимость браслета 1500 рублей. И есть у меня бусы. Вот такие. Смотрите, вот так это все здорово будет в комплекте смотреться. Стоимость бус, 3000 рублей. Вот так. Длина 59 сантиметров. Красота. Так, дальше. Вот такая сказка. Хрусталь радужный. Размер 18,5. Вот такое кольцо. Сейчас поближе покажу. Бомба. Стоимость 8000 рублей. Вот так будет у вас на ручке. Честно скажу, я еще такого не видела. Так, и вот такой у нас шикарнейший флюорит. Вот он. Вот. Вот так это все здорово выглядит. Высоченный, огромный. И вот так целый мир будет у вас на пальчике. 19,2 размер кольца. Смотрите, флюорит без подложки. И это немножечко не тот флюорит, к которому мы с вами привыкли, который на подложке, который ячеистый. Это немножечко другого качества флюорит. Стоимость 10000 рублей. Так, второй ряд. Вот такой подвес. И смотрите, какая иризация по подвесу идет. Вот такая радужка. Вот она. Вот. Весь он горит, весь переливается. Стоимость подвеса 9000 рублей. И еще вживую он изумрудного цвета. Вот как трава. 9000. К этому подвесу есть вот такое шикарное кольцо. Кольцо тоже идет с радужкой. Вот она. Вот такие красоты. А длина кольца — это для тех, вот кто у меня спрашивали, девочки из Израиля, вот любительницы длинных камней, огромных украшений. Все, пожалуйста. Вот
Длина кольца 6,5 сантиметров. Кольцо бомбическое. И повторюсь, кольцо, камера очень сильно искажает цвет. Очень. И кольцо, и подвес изумрудного цвета. Вот как трава. Кольцо 19,2, стоимость кольца 10 тысяч рублей. Янтарь с богатейшим внутренним миром, с включениями. Вот они с инклюзами. И вот так это все. Вот так это все выглядит. 18,5 размер этого кольца. Стоимость 10 500 рублей. Так, ну давайте покажу на ручке. Вот прям сегодня гиганты из гигантов. Такое видео гигантов. Ну, кроме вот хрусталя, скажем. Диаптаз. Редкость, большая редкость. Еще и вот в таком исполнении. 18,5 размер, 8500 стоимость этого изделия. Вот так. Так, третий ряд. Это беломорит. Но беломорит изумительного качества. Смотрите. И вот так иризирует, и так иризирует, и еще, когда даже если не попадает на камень луч света, камень переливается разноцветными искорками. Вот такая красота. Вот так это все. Размер 19 размера кольцо. Стоимость кольца 5 000 рублей и стоимость подвеса 5 000 рублей. Это набор. Вы знаете, у меня очень много беломорита, и вот он весь разный. Весь-весь. Так, посмотрим мы с вами берилл. Вот он с иризацией. Прозрачный камень. И он травяного цвета. Камера тоже искажает цвет. Вот, вот он заиграл, заиграл. Шикарнейшее колечко 18 размера, стоимость кольца 15 000 рублей. Так, ну и хочу показать то, что у меня есть еще на вот такой подставочке. Значит, пришли гривны. Самая маленькая 40, по-моему, плюс 6 сантиметров, самая большая 49 плюс 6 сантиметров. Есть рифленые и есть гладкие. Ну и хочу показать вам на гривне вот такой подвес. Он все-таки его на гривне. Наверное, лучше показывать вот такой горный хрусталь. Давайте все-таки сниму. И мы посмотрим еще. И вот смотрите, прям кристаллы вот растут. И вот такими прям карандашиками маленькими кристаллами. Так, длина подвеса. Девять с половиной сантиметров и ширина подвеса 6,5 сантиметров.
Вещь коллекционная, очень редкая, очень большая редкость. 8500 рублей стоимость этого изделия. Ну вот, давайте мы на этом с вами и закончим. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. С вами была Татьяна.